Не так давно я анонсировал наш новый проект. Долго думал, как его назвать, и до сих пор не придумал. Этот проект будет касаться информации из районов и городов Республики Башкортостан. И появляется он, в общем-то, по необходимости. У нас просто завал писем из районов, городов, деревень республики. Люди пишут, ну, очень разные вещи. Мы реально не справляемся с этой ситуацией, потому что, ну, зачастую не владеем спецификой, например, в конкретном населенном пункте или в конкретном районе. Зачастую проблема сама нам непонятна, почему она появилась, там много сумбурной всякой информации. И, в общем, появилась такая идея. А почему бы нам не дать возможность людям на местах, в районах, городах республики, самим делать какие-то видеопродукты, видеоролики и размещать их на нашем канале. Тут какая-то такая, в общем-то, взаимовыгодная история, в том смысле, что вы получаете возможность выйти на нашу аудиторию, мы расширяем поле своего контента, то есть, в принципе, это нам взаимовыгодно. С другой стороны, для нас снимается вот эта проблема реагирования на вот эти, ну, зачастую очень непонятные письма и обращения из разных мест Республики Башкортостан. Самое важное — организовать этот процесс так, чтобы вы могли снимать эти ролики, а мы могли их выкладывать. Тут есть очень много подводных камней, в том числе и юридических, которые мы, наверное, с вашей помощью и обойдем. Как вообще, я предполагаю, это должно выглядеть? То есть, если у вас есть какая-то проблема актуальная для вас, важная, и, как вам кажется, она будет интересна зрителям, это должно, конечно же, касаться какой-то общественной сферы, а не лично вашего коровника или там лично вашего упавшего забора. Вот так вот, если у вас эта тема есть, и у вас есть желание вынести ее на всеобщее обсуждение, а мы обязательно будем это комментировать и расширять этот вопрос, тогда, пожалуйста, действовать мы будем следующим образом. Сначала вы все равно пишете нам письмо на почту, которую мы указываем в каждом ролике и которое есть в описании каждого ролика. Ну и рассказывайте об этой проблеме. Значит, дальше мы читаем эту проблему, значит, оцениваем ее, насколько она актуальна, и, ну, в общем, говорим, да, окей, начинаем снимать. После этого вы снимаете ролик, ролик должен быть не дольше 5 минут. И к нему мы будем предъявлять некоторые требования. Не обижайтесь, пожалуйста, что не получится с первого раза. Мы постараемся быть терпеливыми, а вы постарайтесь быть настойчивыми. В принципе, достаточно нормального сотового телефона. Если у вас нет видеокамеры, микрофонов, светотехники, оператора, ничего страшного. Мы тоже начинали с того, что первые наши выпуски мы делали на обычный сотовый телефон. Вы держите телефон горизонтально, вы стараетесь записать нормальный звук, и вы стараетесь не мотать камеры из стороны в сторону, создавая эффект пьяной свадьбы, чтобы потом на экране не было что-то такое вот бегающее из угла в угол. Главное – это смысл. Главное – объяснить ситуацию. Потом вы этот ролик скачиваете и пересылаете нам через облачные сервисы туда же на почту. Сразу же оговорюсь, если вам это все кажется сложным, невозможным для вас, там, вы не справляетесь технологически с пересылкой, например, вот этих файлов, а они будут не очень большими по размеру, тогда и не начинайте. Пожалуйста, не надо вот этих вот обращений, что мы тут плохо разбираемся с интернетом, давайте сделайте все за нас. Нет. Речь идет о встречном движении. Мы приглашаем в сотрудничество тех, кто может снять ролик на телефон и прислать его нам. Это вот минимальная задача. Дальше, я думаю, что мы будем и развиваться, и совершенствоваться. Может быть, мы проведем какой-то мастер-класс по тому, как нужно снимать и какие ошибки там в основном происходят. Тут уже все индивидуально. Нас, конечно же, интересуют в первую очередь города республики: Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, особенно интересует Сибай. Но и вообще мы не делаем ограничений для тех, кто будет это все, значит, снимать. Пожалуйста, из любого населенного пункта, с любой проблемой, лишь бы это была общественно важная проблема, лишь бы она интересовала большой круг лиц, пускай даже в вашем населенном пункте. А технические моменты мы готовы обсуждать. В общем, начинаем с почты и дальше двигаемся в сторону вот этого видеопродукта. Мы обязательно будем указывать, естественно, авторов этих видеороликов. Пожалуйста, не просите нас об анонимности, так как вы все-таки, ну, пытаетесь решить какую-то проблему.
И это было бы нечестно, если бы вы от нашего лица анонимно выпускали вот такие ролики. Но отдельно хочу обратить внимание на вот эту возможность сотрудничества. Уже существующие, например, YouTube-каналы в разных городах и районах Республики Башкортостан. Я знаю, что многие талантливые ребята сейчас занимаются продвижением своих каналов. Мы можем здесь объединить свои усилия. Я имею в виду, например, такой канал, как «Форс-мажор» из Нефтекамска. Я недавно посмотрел, очень приличный канал. К сожалению, выходит очень нерегулярно, хотя ребята делают вполне себе годный контент. Вот такие продукты мы готовы усиливать, мы готовы совместно с ними работать. Так что давайте в 2021 году начнем объединять свои усилия, начнем расширять информацию по Республике Башкортостан, потому что Уфа, конечно, это каждый четвертый житель Башкирии. Уфа – это, конечно, основной экономический центр Башкирии. Но все равно Уфа – это еще не вся Башкирия. У нас очень много интересных, красивых, замечательных мест. К сожалению, у нас очень много проблем и нерешенных вопросов. И именно об этом мы будем говорить в этом региональном проекте. Кстати говоря, о названии. Буду рад, если вы будете предлагать варианты, как назвать нам вот этот вот отдельный продукт. Мы его будем выпускать в иные дни, нежели регулярные выпуски. То есть это будет не вторник и не суббота. А вот какой день выбрать и как его назвать, давайте решим вместе.